Скейт-парк появился на территории детского стадиона в 2013 году. Срок его эксплуатации – 36 месяцев. За период службы площадка два раза была подвержена капитальному ремонту. В 2018 году заменили 70% ламинированного покрытия. А в 2019-м замены потребовали и балки, на которые крепились листы фанеры. При проведении ремонта были обнаружены следы гниения несущих конструкций скейт-парка. Опоры конструкции сотрудники стадиона усилили, но длительного эффекта эти работы не дали. Климатические факторы и высокая степень нагрузки на спортивный объект привели к нарушению целостности покрытия. Деревянные основания полностью сгнили. Восстановить их не представляется возможным, и как следствие было принято решение с участием инспекторов Госадмтехнадзора, Комитета по физической культуре и спорту, инженерной службы о демонтаже этого парка. Руководство физкультурно-оздоровительного комплекса направило все необходимые документы для рассмотрения вопроса о выделении дополнительного финансирования на строительство нового современного скейт-парка в 2020 году. Парк спортсменам необходим, ведь именно сюда юные экстремалы приходили практиковаться каждый день. Ходил каждые выходные и в свободное время после уроков, когда дождя нет. Я понимаю, то, что он начинает прогнивать. Ну, не хотелось бы на таком кататься, но я буду ждать новый. Мне приходится тратить по 5 часов на дорогу до скейт-парка. И мне бы хотелось, чтобы скейт-парк был на прежнем месте. Пускай тот уже вышел как бы из эксплуатационного своего срока. Но все мы, катающиеся здесь, хотели бы видеть его тоже здесь. Многих жителей также интересует судьба портрета Игоря Акинфеева, написанного на фасаде скейт-парка в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Элементы с художественной росписью аккуратно демонтированы и убраны на хранение. Вполне возможно, они украсят уже новую скейт-площадку. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.